Всем привет, друзья! Мы находимся с вами в замечательном, очень красивом ресторане «Шале Березка», который находится на Рублевке. И на моей авторской программе «Ягья готовит». И у меня сегодня очаровательные гости. Этот человек уникальный по многим факторам. Я сейчас это расскажу поподробнее. Замечательная, очаровательная Элина. Аплодируем, друзья. Да, дорогие. Вот у нас даже закадровые аплодисменты прозвучали. Друзья, я вам расскажу. Об Элине можно рассказывать очень много. Замечательный человек по профессии. Инженер-технолог общественного питания. Поэтому мы ее позвали на мою передачу, потому что человека с таким большим и крупным образованием еще не было на моей передаче, тем более, так скажем, в этой сфере приготовления пищи. Плюс у Элины очень много достопримечательностей. Это замечательный человек, который покорил меня салатом. Да? Он был очень вкусный, который мы сегодня будем с ней готовить. Я даже, когда мы начали сейчас разговаривать про ингредиенты, я даже удивился, потому что мне казалось, что там было гораздо больше ингредиентов. Было настолько вкусно. Вот. Но еще это замечательный человек только еще и потому, что она сама своими руками построила дом. Кирпичи складывала. Да, можно тоже аплодировать. Вот, да. Вот. Замечательный, очень красивый дом. Я там был. Замечательная студия, где можно посмотреть шикарную музыку. И все это принадлежит ей, друзья. Она взяла и все это, в общем, переписала на себя. Это можно зачеркнуть, короче, да. Окей, друзья, что, мы будем готовить? Будем готовить. Как настроение вообще, как жизнь? Ты рассказывай, потому что вот вы все общаетесь, а я как-то даже и не успеваю с тобой поговорить вообще. Чем живешь сейчас, вот, о чем ты как бы переживаешь, чего, какие у тебя желания для того, чтобы жизнь стала более ярче? Ну, кроме того, что мы сейчас приготовим салат. Ну, это жизнь... самое простое, это да. Как бы обыденная эта жизнь. Сейчас самое интересное, у нас впереди. Младшая дочь, да, заканчивает 9 класс и собралась поступать в колледж Строгановский. Так, где рисует, да, рисует, чтобы люди, многие да. не знают, что такое Строгановка. Рисует, она выиграла Олимпиаду, победитель России, Москвы. Она рисует компьютерный дизайн и когда моделирование. Когда мы выйдем уже на международный уровень? Ну, надо получить образование. Да, и все, и да? Дальше есть... пойдет. Да, и сейчас она очень хочет поступить в то колледж. То есть это тем, что... То есть мама в тебе как бы живет в первую очередь? Да, ну, кроме строителя, очередь. Технолога. Это все прилагается. И красивой женщины, да? То есть, ну, у меня есть старшая дочь, кандидат наук, между прочим. Ну, видите, сколько я интересного сейчас узнаю и расскажу людям. Ну, друзья, в общем... Что хочется сказать? Наверное, это здорово, когда люди, ну, переживают за своих детей и хотят, чтобы их жизнь была, ну, в какой-то степени даже лучше, чем наша, да? Лучше, лучше. Да, дай бог. А второе, как бы, видите, сколько усилий прилагается для того, чтобы эта жизнь стала, ну, в хорошем смысле, лучше. Будем готовить простое блюдо, легкое, да. полезное. Мы все боремся за здоровый образ жизни. Боремся. Правильное питание с лишним весом. Да. Поэтому... У меня вообще, я идеальный. У меня вообще нет лишнего веса. Ну, чтобы его не было. Да, надо бороться. Надо бороться. С ним надо бороться, с этим лишним весом, и да. И люблю блюда легкие в приготовлении. Отлично. Которые не требуют и времени, и затрат по там продуктовому большому ассортименту. У нас... Дом ты тоже быстро построила, так, минут за 15? Ну, чуть побольше потратили. Чуть побольше ушло. Но да, быстро. Но быстро, да? Быстро. Отлично. Друзья, вот такие уникальные способности. И я считаю, что Элина – это первый победитель в опросе и в моем, так скажем, официальном личном шоу «Ягья готовит», который я пригласил просто не потому, что она звезда или там какой-то... Ну, я не знаю, человек шоу-бизнеса. Это просто интересный человек, человек из мира жизни. И нам это, надеюсь, тоже интересно. Ну что, мы будем готовить? Я очень люблю гостей. Вы приехали. А еще мы ходили на концерт вместе с тобой. Да. Меня не пугают гости, пришедшие внезапно. Да. Я приехал. То есть я быстренько накрыла. Я приехал внезапно. Поляну. И все съел, друзья. Да. Поэтому начинаем. Просто. Расскажи это самое. Мы же с тобой на концерт ходили.
концерт был замечательный, давно да. таких не было. Да, я как бы вообще не знал эту певицу, о которой шла речь. Я тоже ее не знала до Нового года. Да, но концерт был настолько феноменальный, в хорошем смысле, что да. мы прям влюблены были. Вот. Я тоже не знала о ней раньше, узнала да. совсем недавно. Мои друзья из Киева мне рассказали. Да, и как бы мы... Что ты сейчас сказала, очень хорошую вещь. Друзья из Киева – это очень хорошая, красивая и по-настоящему добрая фраза. Я очень хочу, чтобы много дружбы было. Ну, что происходит между странами, я считаю, мы здесь ни при чем. Не, мы не лезем в политику, просто мне понравилась фраза «друзья из Киева». Да. Все, поэтому... привет передаем. Всем привет. Ребята, и Киеву нас... тоже. И я Киеву, ему, кстати, сделаю ссылочку, Москве, чтобы посмотрели. И Санкт-Петербургу, друзья, и Сочи, если все, кто нас смотрит. Всем привет. Я делаю и сегодня с Элиной все для того, чтобы вас порадовать. Смотрите нас, вникайте, готовьте и будьте в центре событий. Как сказал. Лучше, хорошо. Лучше, да, лучше не Пушкина скажешь. Нет. Лучше Пушкина нет. Ну давай, с чего начнем? Открывай. Так, это что? Бурата. Бурата. Это какой-то такой хороший, да, бурата? Хорошее. Да. Сыр. Я вообще неожиданно для себя вот открыл бурата. Я редко очень его ел. Сейчас стараюсь как бы, ну, если я хочу, чтобы, ну, вечер как-то прошел в хорошем смысле незабываемо, то я... обязательно делаю... Очень вкусно к нему бокал причем вина. Делаю... Ты попробовал? Да. Да, я пил. Да. Да. Очень как вкусно. Этот, помнишь, этот говорит? Этот, заливная рыба. Да, я ел. Помнишь, это было в этом фильме? Ну, мы готовим, как да. я люблю. Давай, да, естественно, своих я... и гостей. Не экономим, как это делают в ресторане. Они, не, кстати, конечно, делят пополам. Не, кстати, вот ты знаешь, отдать надо должное, что вот в ресторане «Шале Березка» совершенно не экономят. Мы сегодня просто были засыпаны продуктами для того, чтобы сегодняшняя передача была вот такой, как вы ее видите. Так, это внутри у нас такая, да? Строчителла, сыр. Завернутый строчителла. Это приличное слово? Да. Хорошо. Итальянское. А это... такая лепешечка из моцареллы. Отлично. Вы знаете, друзья, я выяснил, что, оказывается, большой культ вообще вкусной еды, он итальянский. Ну, иногда, как сказать, внедряются французы в эту, так скажем... Ну, у них там все так сложно. Там все так сложно, да, потому что все равно они как бы живут приблизительно рядом, и поэтому у них есть какие-то... такие сочетания, где не поймешь, то ли это итальянское блюдо, то да. ли это французское блюдо, испанское тоже бывает. Но итальянцы вложили в мир, так скажем, вкусной еды очень большую лепту, как сказал вообще. Хорошо. Поехали. Говоришь. Да, отлично, я дальше. Стараюсь. Дальше мы немножко ее подвинем. Так. Дальше просто помидор. Я могу тоже порезать? Один достаточно или парочку? Ну, давай два. Ну, как бы я тоже покажу, что я умею обращаться с помидорами. Как нарезаем? Кубиком. Кубиком? Так, да. Ну, вот так, на четыре части. Интересно. Просто так проще и быстрее. Когда у тебя уже гости в доме, да. тебе как бы нужно... медлить. Да. Нет ты возможности. Ты же хочешь угостить? Да. Чтобы гостям было приятно, было уютно. О, это точно. Поэтому нужно это делать. Быстро? Да. Качественно? Я люблю такую кухню, которая быстро, просто и легко. Угу. Ты видел, какая у меня кухня? Да, у тебя шикарная кухня. Каких размеров? Когда, потому что я люблю гостей. Когда я построю свой дом, я сделаю такую же кухню и приглашу тебя. С удовольствием. Вот, так что... как раз к тому времени ты уже будешь вообще не сильно занятой человек, потому что дочь у тебя уже это... Да, я думаю, что в августе все это закончится. Да, не хотел тебе говорить, все только начнется. Это твоя это этап. Иллюзия, да, ну этап, да. На какое-то время будет... к сожалению или к счастью, когда ребенок рождается, ну не мне тебе рассказывать, но просто, наверное, зрителям будет интересно, мы все думаем, ну сейчас вот... месяца три
и в принципе все будет уже легче. Закончится. Да, все закончится, уже он будет более взрослый. Потом мы себя тешим шестимесячными, потом годом, потом вот уже двумя, пошел уже, да, вроде легко, но начал бегать не туда, и за ним опять надо глаз да глаз. И, короче говоря, в общем, и потом, сколько ты говоришь твоей дочери? 16. И потом им 16 лет, а заботы, как говорится, еще не закончились. Да. У меня был один приятель, ну, как был, он есть, он сказал такую очень сокровенную фразу, ну, про детей, там, про мальчиков. Он сказал, что первые 40 лет у мальчика самые сложные. Вот, так что готовься. Я к чему это говорю? Что первые, у меня нет мальчиков. Ну, какая разница, это просто шутка такая. Но первые 40 лет у детей самые сложные. Так можем перефразировать эту фразу. То есть чем мальчики отличаются от девочек? Ну, не по физиологическим каким-то. Взрослеют позже. Кто, мальчики? Да. Ну да, они всю жизнь остаются детьми. Но девчонки более быстрее как-то так расцветают. Ну, я не знаю, в хорошем смысле становятся более, ну, как это правильно выразиться, более карьерно уязвимыми. Они карьеристки по жизни. Ну, в основном многие женщины. Кто-то хочет хороший дом. Замуж выйти тоже карьера. Замуж, это тоже карьерный рост, да. Если достойный муж, и потом появляются дети, уже муж в хорошем смысле уходит, ну, не на второй план, но ты уже начинаешь воспитывать детей, у тебя заботы, как ты говоришь, воспитать хорошо детей, ну, и у мужа то же самое, дай бог, те же самые заботы. Ну, в общем, вот из такого вот постоянного движения, вот как это, знаешь, у Тина Тернера есть песня такая «Rolling on the river». Короче, вот жизнь, вот она вот такая постоянно, как по реке, вот крутится, и остановиться нет возможности. Но у нас, мы сейчас будем медленно останавливаться на достигнутом, потому что я так понимаю, что салат практически готов, да? Вот так незатейливо. А чем-нибудь осталось. Давай заправлять. Мы жалеем, друзья, да. Оливковое масло. Не жалеем, друзья, мы заправляем салат хорошим, душистым, ароматным, да. оливковым маслом. Хорошо. Да. Ну, машину бензином, а здесь хорошим маслом. Окей, поехали. Лей, не жалей. Не жалей вот это? Да. Лайла. Ты поешь песни? Нет. Ну, давай что-нибудь споем, но все равно. Умею, ну, как петь. Ну, я не знаю, ну какую-нибудь. Я умею шить, вязать, вышивать, готовить, строить. Все. А петь? Нет. Ну, а у тебя хорошо, какие у тебя... Давай, куда плить, говори. Все, так аккуратненько, не жалея поливать. А, то есть вот так, да? Да. Когда много вкусного масла, это очень вкусно. Все? Да. Отлично. Скажи, пожалуйста, ну какие-то у тебя есть певцы, там кто-то... Самый любимый это ты. О, спасибо. Видите, я напрашиваюсь на комплименты. Ну, окей. А присутствующих, как говорится, ни слова. А, вообще, ну вот как бы... Какие у тебя? Какую ты музыку слушаешь дома? Ну вот теперь я люблю LP. Рок я не люблю. Вообще, да? LP вот это. Как там у нее песня? Ну, я не спою, я не могу. Ну, давай, ну попробуй, ну попробуй. Это не со мной. Не могу. Ну, ладно, не умею. Ну, а она еще свистит. Свистеть умеешь? Не-а. Тоже. И свистеть не будем, друзья. Ну, на самом деле, что еще? На коньках умею. Оба. Вот надо было бы, вот представьте, мы бы сейчас ездили здесь на коньках вокруг этого стола и еще готовили бы. Это было бы просто... Идея. Так и сделаем. Говори, что-то перчик там, не знаю. Перчик, соль, это по вкусу, кто как любит. Пожалуйста, давай, крути. И ачета. Ачета это кто? Это соус ачета. Так. Соус крем. Крем? Да. Вот это? Да. А, я понял, что это такое. Это такой густой бальзамик. Да. Все, я понял. Опа. Ну, ты знаешь, не затейливо. Не затейливо. Не так это. Быстро. Не бодрствуй, как говорится. Что-то не крутится. Давай, я попробую. Давай, я мальчик. Так. Это для мальчиков. Готово. Да? Все? Да? Ну, вот так вот как бы, в общем, шутками... Помнишь, ты говорил, Ияна? Да. Это очень много, я не съем.
Да, в итоге я съел два раза постолько, да, нет? Нет, один. Один Но раз? Съел все. Съел все. Друзья, на самом деле, ну, анекдот хоть расскажи какой-нибудь. Ну, люди же хотят какой-нибудь анекдот. У тебя есть какой-нибудь детский анекдот? Нас смотрят дети тоже. Дети тоже. Прямо это... Про крокодилу Гена, например, какой-нибудь, нет? Не могу тоже вспомнить. Как-то я совсем не готова да? к юмору. Ну, окей, друзья, мы серьезные люди. Да. Понимаете, да, мы серьезные, брутальные люди, настроенные серьезно. Защита, залитый бетон, фундамент, да, вот, это мое. Это мое. Вот отлично, друзья. Так что, если что, обращайтесь, кому залить куда-нибудь бетон нужно, мы просто просчитаем, нальем, разместим, проконтролируем. Там сливы, отливы, заливы, наливы. Что там еще бывает? Скважины пробурим, все, в общем, все сделаем, друзья. И будем обязательно готовить и кушать только вкусную еду. Ирина, ну, что скажем нашим зрителям-то, так сказать? Хотим пожелать хорошего настроения, теплого лета, исполнения желаний, вкусной еды. Обязательно. Легкой, быстрой, приятного полезной. Приятного аппетита, да? Приятного аппетита. И будьте счастливы. Да, любимые. Друзья, конечно, будьте счастливы, любимые. Это основополагающие вещи, которые ты сейчас сказала. Ну, а я, как бы, пользуясь случаем, еще раз хочу рассказать вам, что сегодня мы были в замечательном, очень уютном, красивом ресторане «Шале Березка», где можно провести хорошо время, провести хороший банкет, свадьбу, ну, я не знаю, все, что является вашими праздниками души и праздниками вашей семьи. А если вы любите то, что мы готовим, вы любите песни, музыку, или у вас есть ресторан, в который вы очень хотели меня пригласить, я с удовольствием приеду в ваш город, приготовлю вкусную еду, мы расскажем о вашем ресторане, мы расскажем и споем все самые лучшие песни, обязательно сделаем автограф-сессию, пофотографируемся, в общем, сделаем этот вечер или день, как это получится у нас, незабываемый. Так что звоните, пишите, мы открыты для любого общения и хотим еще раз пожелать всем любви и счастья, всего самого-самого доброго. Да? Спасибо, что пригласил. Приятного аппетита. А, да, спасибо тебе, что ты пришла. Мне очень приятно, что ты сегодня здесь. И для меня это большая честь. Надеюсь, что мы что-нибудь еще с тобой обязательно приготовим. Да? Пусть наши друзья порадуются. Ты приедешь еще раз в гости? Да, ты что-нибудь другое приготовишь? Неожиданно, да. Да. И тогда мы еще пригласим. Друзья, и мы обязательно еще приготовим что-нибудь вкусное. Поэтому всем хорошего дня, настроения, любви, счастья. Пока. 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 Бессонным взглядом сквозь печаль на злу, шелковым нарядом не согреет рук. Небо в рваных тучах и не будет слов. Все бывает лучше в сказках про любовь. Веселей! Женщина, любимая женщина, пусть у нас были изменчивы шумные города, дальние поезда. Навсегда любимая женщина. Hey! Веселей! Распусти на плечи нежный шелк волос, как на первой встрече ты не прячешь слез, словно настежь двери счастью и любви. Все, что не успели, все, что сберегли. Веселей! Женщина, любимая женщина, пусть у нас были изменчивы шумные города, да.
любимая женщина. Друзья, выше руки! Фантастика! Ну что, поем все вместе, друзья? Помогайте! Женщина, любимая женщина, пусть у нас были изменчивы шумные города, дальние поезда, навсегда, любимая женщина. Шумные города, дальние поезда, навсегда. Любимые наши женщины, спасибо, что вы у нас есть. Спасибо!